Забор осыпался, как домино, на улице Краснознаменной. Внезапно обрушилась кирпичная ограда бывшего автомобильного училища. Разбором завала немедленно занялись люди в военной форме. Попытка нашей съемочной группы выяснить детали происшествия встретила решительный отпор. На территории воинской части запрещено съемки. Мы не на территории, мы за территорией. 50 метров от воинской части. По словам очевидцев, сразу три секции крепкой с виду стены с грохотом обвалились прямо на глазах, подняв при этом тучу пыли. Никто, к счастью, не пострадал. На этом участке улицы вдоль забора нет тротуара, и сотни кирпичей высыпались на газон. Наводить порядок по приказу командования вышли нынешние обитатели военного городка, слушатели курсов Омского учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы. Большинство кирпичей оказались целыми, их сложили в аккуратные штабеля. По мнению горожан, забор развалился от сырости.